Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить The Evil Within. Так, это наше сохранение, да, помню. Здесь все посмотрели. Так, а дробаш у нас, что там, 6 патронов, да, все. Ну тогда улепетываем. Улепетываем разбираться дальше. Такое интересное перемещение. Так. Это Хименес, да? А что это было там? Бутылочки, да? А я вот не могу это посмотреть, взять. Ага, дневник Себастьяна Касталаноса, февраль 2005 года. Майру сегодня чуть не убили. В нее выстрелили подозреваемый, за которым мы гнались. К счастью, рядом был я. С ней все будет хорошо. Но когда я видел, как она истекает кровью, когда я думал, что так и не успею рассказать о своих чувствах, это было невыносимо. Кажется, она относится ко мне так же, как и я к ней. Нас точно что-то связывает. Это против служебных инструкций, но я должен признаться ей в своих чувствах. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Так, любовь на работе. Давайте вспоминать. Я правда уже не помню, куда мы заходили. Откуда? Так. Там мы были. Здесь, я думаю, были. Да. Были. Что здесь? А что это мы? Надо идти. Хименес, не беси. Спасите! Спасите! Да что такое с этим парнем? Так. Угу. Значит, вот сюда он пошел, да? А там что? Я просто не хочу ничего пропустить, еще хочу ключ найти. Сюда мы заходили же, по-моему. Ну-ка. Мне кажется, да, заходили. Ну-ка. Опа. Это что такое? Нет, не заходили мы сюда. 300 единиц геля. Это очень неплохо и что-то сюжетное. Записка жителя деревни. Они взяли Нормана. Его мольбы о помощи больше не слышны. Каждую ночь раздаются дикие крики. Если не буду прятаться, то стану следующим. Интересно. Здесь что? Так, прятаться нет. У нас такой цели нету. Мы слишком находчивы. Здесь открываем. Пистолетные патроны. Да ладно. У нас не было пистолетных патронов? Вот это забавно. Ну все, я думаю, мы все взобрали же. Так, а вот этот шкафчик открывается? Нет, не открывается. Слушайте, ну мы молодцы. Да. Прям лютые молодцы. Фантастические молодцы. Так, а сколько у нас гранат? 3 гранаты. Ну, слушайте, мы прям ломимся от ресурсов. Здесь. Опа. Опа. Так, а в каком случае он открывает дверь ногой? Все бежать, что ли? Или не бежать? Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, тут ожидаемо закрыто, да? Но проверить должны были. Так, что это? Чучело-мяучело. Сейчас мы пойдем в этот дом, где был пациент Лесли. Не забудь. Хименес, замолчи, а. А костер где горел, кстати? Вот здесь же, да? Да. Тут есть что-нибудь?
почему здесь поросят так много? Ну, я думаю, что мы можем бежать. Тут вот есть что поджечь. Но в этот дом мы заходили, я думаю. Ну-ка. Ё-моё, как так? Мы же были здесь, так, сжигаем. О, сколько у нас спичек. Ну, с него уже все стекло, я так понимаю. Ладно. Все, пойдемте. Что это такое, бутылка? Че, мы не туда забежали, что ли? Да. Надо территорию тщательнее осматривать, а то что-то как-то печально. Надо идти. Ой, Хименес Фигенес. Ну что, Лесли? Мы идем. Так. Угу. Что здесь? Я здесь не вижу пока. Никаких минирований. Ничего. Спички? Прелестно. Я доволен. Но зато я вижу здесь спуск в подвал. Он пошел туда. Сюда пошел, да? Так, что здесь? Это прятаться. Здесь есть что-нибудь? Конечно, есть. Ё-моё. 15 пистолетов на револьвер у нас, друзья мои. Это какая, третья или четвертая глава? У нас уже 21 патрон на револьвер с собой. Ну, можно будет, да, что-то поотстреливать, я думаю, кое-кому. А может и нет, посмотрим. Я буду стараться беречь все-таки ресурсы. Да, это прям не такой уж уровень сложности, но тем не менее, это хоррор. Который для меня может оказаться очень непредсказуемым, если я не буду беречь ресурсы. Понимаете? Так, стоп. Я знаете, что опасаюсь? Этих перетяжек. Здесь что? А там что? Я думаю, что нам скорее всего сюда, потому что дверь светом помечена. Опа! Опа! Надо идти. Патроны на дробаш. Максимум. Гарпун. 10 спичек у нас. Друзья мои, мы фантастичны с вами. Мы сейчас тут устроим фейерверк, понимаете? Праздничный. В честь Лесли. Нам надо дробаш прокачать. Нам надо прокачать дробаш. И я хочу посмотреть, что из себя представляет рукопашка. Мы что, на 20% прокачали? Надо будет подраться с ними. Так. Вот это интересно. У нас всего макс. Что это за фотостудия? Ну, растяжек я здесь не вижу. Так. Спасите, Лесли, спасите, спасите. О, слава богу. Это я, доктор Хименес. Успокойся. Док, подождите. Кажется, кто-то идет. Тихо. Здесь что-то есть. Тихо. А как это? Извините, я не... Вот это как? Это что за бред? А, он невидимый. Тихо. Он невидимый. И каким образом его увидеть? Нет. Нет. Бояться нечего. Да ё-моё! Так, короче. Сжигаем.
страшно. Где он? Давай. Никуда не уходи. Давай, давай. Проверяем. Все, сжигаем нафиг. Здесь смертельно опасно. Неужели нормально. Нет безопасных мест. Я думаю, похоже на то. Так, невидимый чувак. Не могу выбраться. Не могу выбраться. Я пока не могу забрать эту сюда зеленую штуку. Не так. Могу убежать. Не могу убежать. Лесли, хороша. Так, забираем. Вот на 1000 нам дали за него. Игра, мне кажется, ты чувака как-то переоценила сильно. Так. Ладно. У нас же были хилки, да? Давай, Себушка. Нормально. Хорошо. Ну что, давайте сожжем его, я думаю. Они сжигаются, чтобы что? Не восставать или для того, чтобы с них лут какой-то высыпался? Я вот этой логики не понимаю до сих пор. Ну ладно. Так, забираем. Тут аж целых 6 патронов. И что, больше здесь ничего нету? Ну я думаю, что нам никто не даст просто так с Лесли уйти. Уверен, что не даст. Че, ушли они? Так. Не понял. Лестница исчезла. Похоже, мы сходим с ума одновременно. Угу. Сходим с ума. Сходим с ума. Сходим с ума! Сходим с ума! Сходим с ума! Так. Нет. Опять этот деятель. Рувик. Рувик. Это ты. Его я помню. Лесли. Да кто ты такой? Нет. Не ходите за ним. Не ходить за ним? Но если я не пойду за ним, я подозреваю, что у нас и дверь не откроется. Что за... Опа. Доктор? Лесли? Так, к дверям идем. Блять. Себушка, это не обязательно совершенно. Можно было сказать, черт подери. Интересно. Интересно. Так, ясно, так было задумано. Кровь, короче, вы... Фу! Что это? Что здесь происходит? Так. Это уже интересно. Вот это уже интересно. Так, давай. Фу, воняет, да? Чувствуете, как воняет? Так, ну раз здесь вот эти ловушки расставлены, значит... Сейчас будем с кем-то отношения выяснять. Хорошо, допустим. Да, вон, видите. А это что? Гарпун. Ой, какая прелесть. Максимум. Это растяжка? Да, это растяжка. А, то есть это вот отсюда я могу прийти сюда. Угу. Интересно, и что это? Я не понимаю, что это. Вот она. В смысле, туда подходить вообще нельзя, что ли? Ладно. Видимо, из воды нельзя туда подходить.
Я просто боюсь вот это нажимать, потому что я не понимаю, куда это упадет. Ага. Так, ясно. Граната у нас максимум. Это оказывается... Вообще... Возможность слива воды. Ну чё, рискнем? Я просто боюсь, что я на этих минах... Сам же и подорвусь. В смысле? Это что у нас, запчасти? Да, забрали, отлично. Так. Ну-ка. Понятно. А там что? Угу. Ну тогда давайте вот эти вот рычаги еще посмотрим, которые вон там мы не понажимали. Я был уверен, что это вот эти вот др-др-др-др-др ловушки будут работать. А здесь что, интересно? Ну-ка. А зачем это? А это что? Это, видимо, поджигать, когда за мной побегут. Это нефть, мазут, что-то такое. Так. Угу. А здесь что? Ну давай, Сэп. А это что? Так. Видимо, вот это, да? Фиг его знает. Наверное, да. У нас весьма некисло вооружают. Электроболт. Снаряд для арбалета огонь, обездвиживающий врагов с помощью электрошока. Его можно устанавливать, например, на стены, на пол и даже на врагов. Так, обездвиживать. То бишь. Вот здесь жахнул. Там нажал и что-то упало. Угу. Ну, не знаю, друзья, не знаю я. Давай, Себушка. Ща я чувствую, побегут. Ой, побегут. Но тут... А как их можно сюда заманить? Вот я не знаю. О! А, их сжигать надо было, да? Пацанов. Ну ладно, мое упущение. Че, идут они? А че, они не взорвались, что ли? Хорошо. Давай, Себушка, пошли. Молодец. Так. Теперь. Нет, нам нужно вот это. С тобой я сейчас разберусь. Так. Хорошо. Вот так. Теперь. Что у нас там? А не, я не буду на вас тратить такой ценный ресурс. Так, ну-кась. В кучку, пожалуйста, если можно. Вот. Вот так. Хорошо. Давай.
скотина! Ой, гаденыш, ладно. Давай. Хорошо. Но. Прекрасно. Горим. Замечательно. Все. Ну, наверное, их можно было как-то попроще убить, не знаю. Я немного, в принципе, ресурсов на них потратил. Один гарпун. Давай. О, сколько мы собрали? Но это немного. Я побольше хотел. А, еще и хилка у нас есть. Патрики. Пестоль решил, в принципе. Свою задачу решил, да. Основную цель. Так. Вот это мы разминируем. Это можно разминировать? Почти на грани. Это было на грани, друзья. Это было на грани. Так. Угу. Короче, если... А с другой стороны, мог ли я их сжечь? Вот вопрос. Это была сюжетная драка. Мне кажется, что вряд ли бы это что-то изменило. Дробаш отлично себя показал. Так. Тихо. Тихо, тихо, тихо. А это что? Вообще. Это растяжка чё? Не снимается, что ли? Так, отлично. Вот еще одна растяжечка. Так. Мы что, туда-отсюда спрыгнуть не можем, что ли? Не можем, представляете? А ну-ка. А, вот оно что. Вот сюда можно было их заманить. Ну ладно. Хорошо. Молодец, Эбушка. Теперь. Жидкости мало, я думал, больше будет. Ну или как эта штука называется? Зеленая, гелевая. Зеленый гель или что это? Так, вот это надо разминировать. Срочным образом. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Во. Отлично. Забрали. Чудесно. Так. Теперь посмотрим детальней. Что тут? Ящик. Сейчас мы этот ящик поломаем. А, вот оно чё. Ладно. Есть что-то? Почему свет погас? Я не понял. Я его не гасил. Ну все, здесь были. Пойдемте. Нормально. Здесь есть что-то? Игра, почему так бедно? Почему так бедно? Толстяка нам надо было еще поджечь. Помните, у нас не получилось. Он убежал. Так. Как обычно, коридор, каталки. Кровь, естественно. Ну куда уже без этого? Закрыто. Ладно. Уговорила игра. Уговорила.
Нам здесь не нужен свет. Так. Что здесь? Количество патронов мы восстановили с вами. Здесь нужен, здесь темно. Черт, нужно бежать. Ну, а куда бежать? А что делать? Вот зря я патроны потратил. Ой, зря. Давай. Что это больная хочет? Но нет. Ну... Так, где она? Так. Забираем. А что сюда? Можно, вот сюда и надо, наверное. Не, нам свет нужен. Тихо. Сам виноват. Вон, вижу. Чего тебе надо? Так она меня догонит? Сжигай. Без сожаления сжигай. А то кто его знает, что с ним будет? Много... Но как бы я там этот лут забрал? Ой. И чё, я ничего не могу сделать? Ё-моё! Прелесть какая! Короче, бежим и всё. Получилось. Даже не верится. Замечательно. Сколько там всего было? Чё это? Дробаш. Всего лишь один патрон. Игра, ну я тебя в такие моменты ненавижу. Ну серьезно. Хотя нет, может и люблю. Так, максимум у нас. Вот она конченая вообще. Это монага. Это многоножка. Так, 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 мне вот это решительно не нравится. Но я от него никуда не убегу, он припрется ко мне, мне некуда бежать. Конечно, что я сделаю, куда я от него убегу? Мы выжили? Или это очередные полеты в собственных галлюцинациях? Зашибись. Ну что ж, хорошо. Следующий эпизод. Если вы не двигаетесь, ваше здоровье будет восстанавливаться до определенного уровня, да. Кто-то явно хочет отправить меня в больницу. Что? He's watching. Ну-ка. He's watching, we can't leave. В глубинах. Так, ясно.
Это что? Сейчас пойдем, Себушка. Гарпунчик. Взрывной. Прелесть какая. Дневник Себастьяна Кастеллана, Самар 2005 года. Плохая новость. У меня новый напарник. Хорошая. Майра сказала да. И даже плохая новость не катастрофа. Джозеф отличный детектив, и мы с ним прекрасно ладим. Кримсон Сити нужны такие полицейские, как он, и работать вместе с ним честь для меня. Но иногда мне кажется, что мы плывем на лодке с огромной пробоиной в днище. На каждое раскрытое нами преступление приходится десяток новых. Только департамент защищает граждан от уголовников, но у меня такое чувство, что последних больше. Сейчас мы пойдем, там же, помните, у нас в ящике патроны на дробаш оставались. Важное место, как же. Так, Кастелланос. Угу. Тут есть что-то? Нет. Ладно. Тут. Это наша палата, да? Ну, конечно. Здесь ничего нету. Закрыто, ладно. Вы давно к нам не заходили? В прошлой главе был. Чё ты трепишься? Эй, ты. Ты чё? Себушка, ну ногой, пожалуйста. Кому твоя культура нужна? Скажи мне, пожалуйста. Никому. Где же, помните? Вот этот ящик открытый. Сколько мы забрали? А, все, да, собрали. Добрали, вернее. Так, что мы там можем на наши 4500 прокачать, как вы думаете? Да на нифига, наверное, не можем. Или 5, сколько там у нас. Заодно сейчас новости почитаем. Нету ничего. Да ладно, ничего значимого не произошло. Интересно. 5-100. Что это? Здоровье. Ну, так, урон в рукопашной. 3150. Оружие. Множитель урона. 6000. Ё-моё. Запас. Патроны для дробовика. 4000. Сила и лечение. Лечение шприцем. 5000. Больше здоровья. Плюс 6. Не знаю. Урон в рукопашной. Оружие. Множитель урона. Сколько тут? 6000. Так, множитель урона. Сколько? 3500, да? Крит. 1500. А здесь сколько стоит крит? 1500? Уменьшение колебаний для повышения точности. Емкость магазина. 7 патронов. Максимум 12, да? Скорострельность. Множитель урона. Емкость магазина. Запас. Патроны для дробовика. Ну, 4000 стоят. Так, допустим, патроны для дробаша 4. 6. Да. Но не знаю, не критично это. Шприцы. Множитель урона. Множитель урона. Тут 5-100. Ё-моё. А тут здоровье 5000. Урон в рукопашной, вот оно, 3000. Лечение. Ну, не знаю я, друзья, я что-то... Мы можем сейчас почитерить, мы можем... Это... Прокачать хилку нашу.
И при этом у нас сразу восполнится ХП. Но я не хочу этого делать. Все очень дорогое, я считаю, надо копить. Без этого никуда. Так, что здесь же, да, зеркальце. Мне вот интересно. А в тот уровень, который мы сейчас закончили, там был этот, как он называется? Ключ, статуя с ключом. Что там происходит? Гаси свет, Себушка, гаси свет. А где он? Так где-то впереди, что ли? Да. А вон стоит кто-то. Ты вообще не палевный. Здесь нет ничего. Никто не вышел? Хорошо. А ну-ка. Что там происходит? Где? Что это было? Вот почему надо заходить в комнаты. Спички брать. Знаете, что давайте сделаем? Надо их эффективность все-таки прокачать, потому что они как-то слабо хилят. Очень слабо. Чувак пошел на прогулку, что ли? Ну-ка. Угу. Где он? Он нас заметил уже, да? Ладно. Это он таких объемов? Ничего не видно вообще. Опять этот невидимый. Я так и знал, что это он. Быстро, Себушка, выходим отсюда. Я думаю, его как-то можно увидеть. Все. Лошара. За него 1000 дают. Я считаю, что он не заслуживает столько, друзья мои. Просто не заслуживает. Вот и все. Так, отсюда мы вышли. Да. 1000 единиц геля. В смысле? Да что? Что за бред? Так, тут... 300. Вот уже 7000. Неплохо. Вот говнюк невидим. А это кто?
На Жигунова похож. Меня что-то там музыка смущает. Ой, какая большая бана. 1000? Да. Псебушка, давай. Ух ты, как интересно. Похоже, мне нужно спуститься. Да, только вопрос, кому и куда. А что там? Крысы. Что я вижу? Так, отлично. Патроны для пистолета. Что это было? Тут что-то есть? Я думал, растяжка. Пять спичек, прекрасно. Отлично, всего у нас 10, да? Так, ладно, тут есть что-то? Нет, мы забрали все. Так, тут свет есть. Что такое? Так. Профиль сохранен, да, ну серию заканчивать надо, но что-то... Кто тут? Куда? Это опять этот? Давай. Который невидимый. Я думаю, да. Вот он. Где он? Хм. Самое смешное, что он меня видит, я его нет. И даже на звук не могу ориентироваться. Ладно, пусть он где-то... Забавно, да? Так, ну-ка. Ну-ка, гаси. Давай, Себушка, у нас рукопашка пошла. Не, мы его не осилим. Он слишком сильный. У нас ХП мало. Ну... Где он? Ну где ты? Вот гаденыш. Сколько я уж патронов на тебя потратил? Ё-моё. Вот и все. Рукопашка по-прежнему слабенькая. Но вы видите, да? Он нам там пару раз втащил и все. И... У нас есть еще, кстати, шприц? Нет, хилиться нам решительно нечем. Но я думаю, у нас хилка будет еще. Для начала давайте вот сюда заглянем. Я думаю, здесь мы что-нибудь найдем для себя. Или тут еще один? Очень деятельный деятель будет.
Так, я там что-то вижу. Прекрасно. Но этого мало. 13 патриков мало. Все тут. Мне кажется, здесь где-то еще один есть. Ага, конечно. Ну что, как вы думаете? Сдюжим? Скотина. Убежал, гаденыш. Ну я стрелял же, ну елки-палки. В смысле, он выжил? Я думал, он помер. Где он? Все. Сжигаем. А, нет, все из него упало. Видимо, когда мы убиваем, из него вытекает вот эта жидкость. Видимо, все. Гель этот, 1000. Мне патроны жалко. У меня патронов больше нет. Мы были предельно неэффективны. Ну, а с другой стороны, каким образом с ним можно решить вопрос, если мы его практически не видим? Да не практически, мы его не видим. Там какой-то фантом двигается и все. Еще кто-то будет? Да, еще, я думаю, будет. Так, а здесь есть что-то? Ой, кошмар какой. Я хилку хочу. С 3 патронами я здесь ничего не навоюю. Вот вообще. Ну, ладно, пойдемте. Может, там что-то будет. Лютое место. Так, что это? 300 геля. О! Давайте. Сколько? Половину хп, да? Прокачали. Больничная карта-ключ. Эта карточка-ключ принадлежит работнику больницы. Кажется, на ней кровь владельца. Но это, видимо, чтоб лифт запустить, я так думаю. Эти ящики не открываются? Друзья мои, у меня вообще нету никакого желания здесь оставаться даже секунду. Жуткое место совершенно. Так, я не буду на него тратить патроны. Пошел этот товарищ нафиг. Он так и будет, что ли, за мной идти? Но я думаю, что мы ушли от него. Ага. Опять этот Рувик. Полоумный. Чё это? Уже 6. Да, в принципе, можно было на них патроны и не тратить. Там просто побегать, забрать ключ, карту и все. Ну ладно.
Побегали, и то неплохо. Почему так мутно? Что-то такое. Ладно, дорогие друзья, на этом... Это какая-то глюк какие-то. Серию я закончу. Продолжим с вами в следующей. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.